Вот нас гости с Волгограда посетили. Саня. Бакарди. Бакарди. Тебе водка, вон она. Девушки. Присаживай. А ты что это опять появился? Ну как я? Опять с работы убежал, блядь. Паспорт-то сделал, не? Блин, я тут. Вот стаканчик. Давай, дай стакан. Я еще опять проебал. Опять проебал? Да. И знаешь, что обидно? Ты что, под ледвику? Надо опять к этому, к майору идти. А уже нет того майора. Уже там все, другие, все? Да. А, нормально, да. Тогда сходим. Ну, покинемся. Как хочешь. Это тоже не наше. Давай, вот. Да сделаем, но пока больше, пока нету возможности. Нет, деньги я налью. Да наливай сколько есть, только поскорее, ёбнули и убрали. Раз. Вон там еще идет толпа, целая толпа. Здорово. Вся твоя банда, Саня. Да. Осетин, армян, белорус, ебучий парламент. Вот, Игорек. Да, да, я на Фоксе, я на Атасе стою. В очередь стали, глянь. В очередь стали, смотри, Славик. В очередь. Ладно, Саня, ходи сюда. Да не, я просто видосы снимаю для Ютуба. Подошел, выпил. Стакан в карман положил. Армян пока поблагодарит, пока ебать. Пускай. Один маленький, но гордый птичка. Ой, еще братва. Приветствую вас. Осетин. Аслан. Осетин. Это маэстро и дядя. Само поместье. Дядя Женя. Зачем лишние проблемы? Носите, с собой можно из этого стакана? Можно? Нет, отдельно тут. Носите, говорит, с собой можно из одного стакана? Чёрт. Совок попьём, да? Попьём пару поговорим. Пошли, пошли. Блять, ну стакан же есть, ну ёбаный в рот. Ребята, это вы? Чё? Я никого ничего не говорю. Когда выйдет, что я со мной иду. Да при чём ты всем купили, что по 50 грамм на всех? Чё? Причем коронавирус? Так, чисто. Гигиена. Я думаю, то, что грязь был, у нас никого нет. Или кто-то грязь. Чего они тебе говорят-то? Я так и не понял, Игорь. Это родственники твои.
Или кто это? Друг, родственник, ну, все соседи? Приятели, да, все, да. Ну, все, вот ты знаешь, что... Короче, у тебя сейчас, ты сейчас что, и не в рабочем доме, да? Да. И с работы тебя, как бы, не пригодился ты там. Да. Опять ты, короче, на улице. Да, да. Ебать того рот. А зачем это? Сейчас представляешь, если я тебя повезу опять в рабочий дом, не. Мне он скажет, Сань, не, нахуя мне это надо? Сань, все нормально все сделал, спасибо тебе огромное, да. Одно то, что я вылечил, да, ноги, все, да, нормально. Ну, а сегодня-то где? Сегодня пока здесь. Пока здесь. Ну, это опять на 5 дней. Пока напьешься. Да, ничего, нормально. Сейчас пока с рухой, да, сейчас разберемся. А что, они не могут тебе купить билет или с кем-то на какой-нибудь машине отправить они, домой? Они наоборот там на тебе деньги собирают, да, здесь. Давай деньги соберем, чтобы, блядь, меня, короче, обратно домой. Ну. Че, пацан. Сейчас, погоди. Блин, я просто... Печалюсь это в таких историях. Ну вот, я его отправил в рабочий дом. Его с рабочего дома дернули, родственники. Устроили на работу. На работе у него там не получилось, короче, не пригодился он на работе. Теперь он и не в рабочем доме, и не на работе. Понимаешь? Сейчас, если я его повезу в рабочий дом, мне этот... Руководитель рабочего дома скажет, Сань, ну, блядь, нахуя? Не, Сань, его же не выгнали оттуда, он же сам выгнал. Не, Сань, там нет, домом нормально там все, да. Идут на работе, здесь получили, на академической. Охуеть народу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять. Я десятый. Кого-то ты не посчитал. Вары, скоро маршрутка до аэропорта. За сумкой ехать. Да шучу я. Сколько? 7, 10, 8. Хуй. Саша, а сколько мы с тобой знакомы? А ты вообще древний, как мамонт. Кстати, а что там этот гараж все закрыли уже, все? Какой гараж? Когда ты, Саша, при маэстре появился на сапоге. Какой гараж? Где этот РЖД? Какой гараж, блядь? А, гараж, где мы сидели. Мотоцикл. Ой, блядь, ты когда в последний раз был? Ну, с Русланом нормально, да, все, да. С кем? С Русланом, вот, нормально. Я-то? Да, ну, с кем-то Вася, да. Поняли друг друга, да? Я не знаю, ну, мы... поначалу нагреты были на все это, все. Не, на меня они ничего не буксовали. Я вообще, да, вот. А я уже, когда они позвонили, да, не знаю, на работу. Я вот тогда понял, да, Вчера ты выпил? С 39-й бутылки ты выпил? Выпил, да? Ты выпил сейчас? Он не курит. Менты, убирай бутылку. Убирай бутылку. Сейчас, погоди. Добрый вечер. Добрый вечер. Жалуются? На меня? Нет, вот. На друзей. А что, ничего не происходит, не курим, не пьем. Успевает, говорит. Нет, даже нечего успевать. Не успели, гонец только пошел в магазин. Гонец только пошел в магазин. Они за уголочком. Да,
давайте здесь не пить. Не, правда. Греетесь, вопрос принят. Правда, можно. Греться можно, распивать, курить здесь нельзя. Курить на улице. Поймаем, потом не обессудим. Все, 15 суток. С конфискацией. Подошли, спасибо, вот, они рассказали, вот второй раз. Да, точно. Ты говоришь, эта штука такая висела у нее, да? Ну, она пожаловалась. Спасибо за понимание. Все нормально. И постараемся за нами чистота и порядок. Ребята, вы меня знаете. Спасибо, ребята, за понимание. Желудь. Вы меня знаете. Гонец только в магазин пошел. Знаешь, что я ему сказал? Гонец только в магазин пошел, у нас нет выпить. Спасибо. Здорово. Бакарди, нахуй, вообще охуенная вещь, блядь. Только я ее не пью, блядь. Блядь, сами мне руки, блядь, не могу зажечь. Давай. Пойду я, Маша, сигареты. Сходи, стрельни, Олег, сигарет. Давно я не видал, как много народу здесь собралось. Давно этого не было такого. Ну да. Прошлую неделю вообще до пива было. А, 23-го. Мы все пьяные были. Муку, ёпчик. Муку? Я, по крайней мере, 24-го оказался в подъезде. Я 24-го в подъезде оказался. Мы когда с утра дети пошли... Ты сейчас на сколько дней в командировку? Не знаю, Саша. Командировку? Это называется либертак, да? Да. А ты снимаешь? Ай, Александр Николаевич, это зависит все от состояния... Можно? Пожалуйста. Надо правильные поступки. Самый главный это поступки. На-н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 а
Бля, под камерой встали, ну, красавцы, ну, чуть подальше отойти бы. Вы же не бля, вот. Ну, пожалуйста, чего уж. Я, как Санька забухаю, бля. Когда ты видал, чтобы Санька бухал? В смысле, Санька? Саш, ты тебя пьяным посмотреть? Вот, посмотри на меня, бля. Саш, провоцировать не хочу. Ты говоришь, ты год и три месяца. Мне еще камеру показали. Вон у Сашки, где вы там в деревню поехали. Кто показал? Ничего. Я Сашке уверен, что он 23 не пил. В Ловню куда-то. Куда-то в Ловню поехали. Я. Так это же не водка, еб, Слава. Слава. Слава, это же не водка, еб. Там же есть водяра. Да не, просто я даю. Так он себе купил, блядь, побухать. Так он мне еще нальет, блядь. Ребята, вы что, на 8 человек бутылку хотите искать? Всё, всем поглад... Посчитай, сколько народу. Ребят, раз, два, три, девять, четыре, девять, пять, шесть, семь, восемь, девять. А, я десятый. Бутылку раскатать, всем по 50 грамм и всё. Вот, Арман, видишь, отдал, короче, последнее, короче. Не, не будешь больше? Конечно, больше мне налёт. Вот. Нет, там осталось, конечно, 70 грамм. Кому-то, я не знаю, особо даренному. Дай тебе курить, покурить, пожалуйста. Я сам курить хочу уже. Мусоров у меня на где? Чего нету-то, нету. Ты потише, епчу. Нормально. Нет, Сэм, здесь половина лишняя, епчу. Половина. От души, брат. Так и говори, а что вы как эти? Да что, что, Ар, я слышу. Насчет чего? Кое-что хочу. А. Ой, блядь.
Кто? Родина в этом. Сегодня с тобой был на конкурс. Так я знаю давно. Это мой как брат. Здесь вот кого-то человек. Знаю только еще одного человека. Олег. Ну-ну. То есть, почему я это говорю? Что я могу... Я пекин. Сейчас, погоди, Слав. Но я же тебе не с улицы подошел. Дорогой, мне, ты пойми меня правильно, пожалуйста. Ты говори прямо, Ара. Ты что, переживаешь или... Я не переживаю, я просто хочу сказать, что... Во-первых, спасибо тебе.